Так, ребят, мы сегодня зашли еще в ликерный отдел. Смотрите. И вот здесь, смотрите, адвентский календарь с пива. Немецкое. Все немецкое пиво, да? Я некоторые сорта, честно говоря, вообще не знаю. Почти все я не знаю, елки-палки. Да, ну тут все по-немецки написано. Вот, Hernbräu, Rauchbier. Да, в общем, вот такая вот упаковка. Посмотрите, 60 баксов. Я так понимаю, сколько здесь? 24 должно быть? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 24 банки. И каждый день разный сорт. Интересно? Не, прикольно, да? 60 баксов. Класс. Ну, я покупать не буду, честно говорю вам.